Привет, сегодня мы вновь поиграем в игру под названием Horror Field. Какая-то супер акция. Ясно. Всего за 749 рублей мы получим какую-то ерунду. Неплохо. Они просто все портят здесь. Хотят, чтобы люди донатили как можно больше. Мне это ни к чему. Главу я вроде выполнил уже, да? Забираем это все. Уже довольно давно я это выполнил. Просто было как-то лень записывать это. Забрать награду. Потому что уже и не хочется играть в эту игру. После всех этих глупых обновлений. Это у нас есть. Это у нас есть. Это у нас есть. Достигни 10 уровня любым выжившим. Прокачай зелье ярости до 3 уровня. Убей всех 4 выживших в матче. Ладно. Зелье ярости, значит, да? У кого это было? У маньяка? Улучшаем. Дальше 10 уровень. Ага, за 120. Облом. Просто пойдем искать новую катку. Поиграем. Посмотрим, что получится. Не потерял ли я навыки в этой игре во время своего отсутствия? Или все же сейчас у меня все сбегут? Посмотрим. Карта у нас храм. Ладно, идем. Вообще, они могли бы уже давно завести онлайн в эту игру. Так было бы намного лучше. Хотя вряд ли. В это играет много людей. И катки пришлось бы искать нереально долго. Но хотя бы можно было бы играть с другом. Кто-то кричит от страха. Ладно, идем. Найдем этого гада. Где он кричит? Он уже свалил. Крысёныш. Блин, я даже не знаю, где здесь геники расположены. Один уже завели. Ладно. Может, вот здесь? Иногда он здесь бывает? Нет. Ну, хотя бы получим опыт за двери. Чьи-то следы здесь есть. Тут как раз кто-то что-то чинил. Блин, геник можно было бы и сломать. Ну и где ты, толстяк? Стоять. Спасибо, что дверь мне открыл. Ты тоже сейчас получишь. Опа-на. Тут мы сразу кританули. Там кто-то кричит. Мы туда пока не пойдем. У нас есть дела поважнее. А вот теперь можно туда и зарулить. Ну и где вы? Где вы там кричали? Ага, кто-то их уже освобождает. Вот же крыса. Надо было бежать к этим клеткам глупым. Так, ну здесь вот кто-то раненый. Обратно иди. Тебе не разрешали выходить. А вот здесь был кто-то целенький. А, вот тоже раненый. Он промазал? Так можно, что ли? Тут еще и целый где-то бегал. Генератор взорвался. Это где-то вон там дальше. Так, стоять. Стоять, блин. Полиция моды. Может, хватит их выпускать, нет? Я, блин, стараюсь, сажаю их, сажаю. Берут, выпускают. Ладно, она точно отъехала уже. Где здесь чувак? Угу. Ты всех выпускаешь, что ли? Козел.
Обалдевший. Выламываем эту дверь, блин. Где у нас этот паренек? Он пошел спасать толстяка. Почему я так и думал? Я ведь подумал, может пойти к клеткам. Они тут к тому же рядом. Ох, блин. А тут и раненый. Разбегаются, разбегаются. Но раненый у нас здесь. Сейчас мы его вычислим. Он не мог далеко уйти. А, неудачник. Изи их раскатали. Не знаю, стоит ли смотреть вообще это видео глупое. Они идиоты, я посмотрел эту тупорылую рекламу. 30 секунд. 30. И мне нифига не дали. Ладно, обломитесь, я не буду еще раз смотреть. Так, это мы забираем. Сами свои видосы смотрите. Что у нас еще? Нанеси 15 ранений выжившим. Создай один инженерный набор в мастерской. Один инженерный набор. Гарри, создание инструментов. Гарри, где это у тебя открывается? На 8 уровне, то есть ему надо прокачать за 80 монет. И тут еще меняется, то есть сначала за монеты, потом за серебро, за монеты, за серебро. Но все равно это крайне глупо. Ладно, поиграем за Джейка. Для разнообразия. Почему бы и нет? Три, два, один. Мне кажется, у меня не получится нифига. И вот задания эти ежедневные, они тоже довольно-таки скучные. Потому что каждый раз там дают одни и те же задания. Они не меняются. Так, он где-то рядом. Если что, мы убежим в дверь. Взорвали генератор. Следовательно, он сюда может припереться, но нет, он решил побежать в другое место. Так, у нас 4. Осталось. Эти боты нифига не чинят, супер. Надо было забиндить хотя бы вот эти кнопки с предметами, я думаю. А, все, он мимо прошел, ладно. Просто потому, что иначе мне надо мышкой нажимать, а это очень неудобно. Все, он где-то близко, мы убегаем. Я надеюсь, что бегу не к нему. А похоже, что я бегу к нему. Ах ты, Гарри, подонок, ведешь ко мне маньяка. Да где он? Ладно, просто чиним ради опыта. Почему бы и нет? Потому что нет смысла просто бегать. За погоню здесь опыт не дают. Оба-на. А ну отвали от меня, жердяй. Вот, беги за этим, беги за этим. Блин. А ну агри его. Агри на себя. Надо было за ним бежать, точно. Тут же боты такие тупые, то есть они тебя роняют, если там рядом есть еще чувак. Они бегут за ним. Все, не трогай меня. Я сам себя вылечу. Надеюсь. Все, лечи. Да какой кричите? Зачем ты кричишь? Просто лечи. Остался один геник, потом открыть дверь и свалить. Все. Электричество включено. Вы кричите от страха. Все, бежим. Бежим. Вот здесь еще дверь есть.
Мы себя, в принципе, вылечили. Вот здесь я дверь видел. Где-то, да? Блин. Да не застревай. Мне, кажись, хана. О, он кого-то там лупит. Блин, он рядом этого чувака лупил, серьезно. А эти сбежали, крысы. Нам хана. А не, Гарри сейчас встанет, потому что он меня увидел. Такой бред. Спасибо. Ну, видимо, он тоже умрет. Потому что он какую-то дичь творит. Но ему, наверное, лучше знать, где маньяк находится. Он просто стоит. Он сломался или что? Отличная тактика. Он мог бы искать вторые ворота или попытаться открыть до конца те. Но он просто стоит. Спасибо. Сейчас я погибну. Он наконец решил подвигаться. Вот же неудачник. Так и в реальных играх обычно бывает, никто тебе не поможет. Пусть сами смотрят свои видосы. Я это уже говорил. Раз их даже засчитать не могут. Просто дикость. Хочу еще за маньяка сыграть. К сожалению, он у меня только один. Но что поделать? Здесь еще трое, это же все равно боты глупые. Бред. Деревушка. И? Это очень долго, обычно намного быстрее загружается. Прям за секунду. В общем, творится какая-то дичь, я не могу начать игру за маньяка, попробуем за выжившего. Может так получится. Потому что бред, это боты, и меня не закидывает в игру, серьезно. Что за фигня? Просто дикость какая-то. Опять деревня. Серьезно. Видимо, игра болеет. Меня не закинет. Итак, это новый день. Вчера я так и не смог найти эту долбанную катку. Просто супер. Пробуем сейчас. Так. Пробуем. Если не найдется, это бред какой-то. Я вчера очень долго ждал. Так нифига и не загрузилось. Блин, если и сейчас работать не будет, это вообще подлость. Храм? Это уже получше? Да, блин. Бежим куда-нибудь. Где хоть кто-нибудь? Оба-на, следы. Вот это мне фартануло. Так, стоять, стоять, он... Хочет скрыться. Ах, он говнюк. Блин, где он? Я его догнать не могу. Он что, зелье использовал? Ускорение? Быстрее бежим, пока эти следы не пропали. Потому что здесь второй чувак где-то. Генератор взорвался. Оба-на! Блин, беги, беги, беги. Я думал, он забежал, а он вот. Старый дурак. Давай. Он никуда не денется. Надеюсь. Он не здесь. Ладно, выломаем дверь.
Может, он просто зашел здесь куда-нибудь. Просто я не знаю, там есть второй выход? Нет. А. Ну ясно. Ничего, мы их еще одолеем. Конечно. Вот следы. Вот следы раненого. Иди отдыхай. Надо было убегать, дуралей. Вот это чуть-чуть поломаем. Мне даже опыт... А, дали. Блин, кто там кричит? Кто меня зовет? О. Привет. Вот я тебя и нашел. Недалеко ты убежал. Вот здесь кто-то прям должен быть уже. Ну же. Где долбаные следы? Ладно, я сломаю дверь. Да, и хотел пойти как раз к клеткам. А деда освободили. Главное, чтобы этого не освободили. Хулиганчика. На него все забили. Видимо, его никто не любил в этой команде. Но оно и понятно. Это выломаем. Блин, еще три чувака. И два геника. И непонятно, где они ходят. Я же не знаю, где геники. Вот они и починили. Тут рядом кто-то кричит. Какие ворота вы там открываете, блин? Уроды! Глупые. А ну, дед, стоять. Собрались все у одних ворот. Совсем обалдели. Совсем страх потеряли. Надо еще эту Лину найти. Где она? Иди сюда. Вот мы всех и загасили. Попытаюсь посмотреть рекламу. Не засчитали. Круто. Пришлось три рекламы смотреть. Потому что никак сработать не могло. Новый уровень теперь по-другому пишут. Это мы забираем. Ежедневные задания. Вот это забираем. Кстати, здесь предметы можно забрать. Что там для главы уж нужно еще? 10 уровня любым выжившим. Блин, не хочу тратить золото, глупое. Создай один инженерный набор в мастерской и убеги со всеми тремя союзниками за 5 минут. Так, уровень. 80 монет. Серьезно, блин. Я не хочу тратить. Ради главы придется, ладно. Потратим. Ради главы. Склад. Вот эту ерунду тоже теперь надо прокачивать. Это так тупо. Раньше такого не было. Все делаем. Пусть создается. К маньяку можно зайти тоже. Что-нибудь улучшить. Эти глупые камни, я ими все равно не пользуюсь. А, я же уже улучшаю, ладно. Тогда не важно. Не важно. Можно про это просто забыть. Ну и думаю, можно сыграть заключительную игру за выжившего, например. Так, как это улучшить? Стоп, какие там задания? 10 уровень любым выжившим. Инженерный набор и убеги с союзниками. Премиум какой-то. Ну вот. За него дают монеты. Зашибись. Для чего же они выпустили последнее обновление? Чисто для того, чтобы бабок собирать побольше с тех, кто в это играет. Вот и все. Остальные будут здесь прокачиваться вечность.
Замечательно, что еще сказать. Ну, от меня они не дождутся донатов. Я не собираюсь вкладываться в такую игру. Она недостойна этого, как по мне. Тут нет ничего особенного. Даже идеи. Всю суть этой игры они украли. Так, он бомбанул. К нам бежит маньяк. Да? Выпили колу, но нас бахнули все равно. Двери здесь нет. Двери все вынесли уже, да? И здесь не было двери. И я первый отлетаю в клетку. Е-е-е. Ура! Ура! Всегда бы так. Супер! Чудесно. И меня никто не будет спасать, я так думаю. Генератор завели. То задание с побегом и союзниками рано или поздно должно, по сути, выполниться, если играть в эту игру. Но меня как-то уже и не тянет играть. Поэтому не знаю. Мне кажется, я не смогу все главы там открыть. Но как-то все равно. Ладно, осталось два геника. Меня решили спасти, когда у меня уже вторая стадия. Лечить меня не стали, просто забили. Супер-боты здесь. Сверхразум. Лечимся. А птичка-то у меня с собой есть. Предметы теперь надо вообще создавать очень долго. То есть сначала надо все эти верстаки прокачать, чтобы у тебя могло там больше, чем одна вещь накапливаться. И уже потом ты что-то можешь там сотворять, блин. И это бред. Совсем обалдели. Генератор починен. Так, этот завели. Где еще один? Я к нему бегу, да? Или он ко мне бежит? Вот если завести этот, будет идеально. Тут рядом ворота. Мне кажется, пора сваливать. Валим. Я бегу к нему. Да? Нет? Я не хочу умирать просто. Где все остальные? Зачем он кричит, блин, болван? Он что, болен? Тут еще есть геник, который не завели. Я хочу найти выживших других. Блин, тупики эти глупые. Почему они не могут сделать мини-карту? Хотя бы для маньяка. Хотя бы. Тогда было бы вообще поудобнее играть. А так непонятно, что, где. Вот за ним, кстати, можно побегать. Кстати говоря. Боты здесь знают, где геники, знают, где маньяк. Знают, куда бежать надо, когда бежать. Но этот какой-то тупой, ладно. Еще один. Вот геник. Маньяк близко. Давайте чиним и бежим. Зашибись мне хана, он побежит за мной. Тупой клоун, блин. Почему за мной? Почему? Почему он выбрал меня, блин? Этот дурак не может по лестнице забраться. Он от меня отстал? Или что, я понять не могу. Двое сбежали. Один получил по щам. Этот тоже сбежал. Осталось сбежать мне. Но сбегу ли я? Надо было забиндить, блин, эти предметы на кнопке. Я надеюсь, они открыли эти ворота.
А я не добегу до них все равно. Дурак, беги. Блин, как он меня зацепил? Не, я не сбегу. Что-то нифига я найти не могу. Да, они открыли эти. Супер. Чудесно. Эх. Хотел посмотреть эту тупую рекламу. Мне не дают это сделать. То есть они это вообще никак починить не могут, задолбали. Ладно. Сюжетные задания. Мы не за 5 минут убежали, да? Там, наверное, минут 6 прошло, блин. Бывает. Ладно, можно тогда на этом закончить. Пока.